Серебро пятнашки. Убейте всех врагов за отведенное время. Враги получают урон, лишь находясь в активных зонах. Активная зона? Окей. Идите сюда, ребята, идите сюда. Так, маленькая арена. Понял, все. Теперь сюда давайте бегите. Охереть. Ну вот, им за ними гоняться теперь надо. Да господи, этот сраный бензопильщик. Господи, как оно быстро меняется, и даже ни одного не убил еще. Это сложновато. Пока до одной бежишь, уже вторая будет. К следующему кольцу. Давайте, ребятки, давайте, не тупите. О боже, какие же вы тупые, а. Ну вот какого черта? Смотрите, они вдвоем меня в двоечку. Охереть. Ну охереть, посмотрите, я даже не могу вернуться. Охереть! Ну вот это уже какой-то задротизм пошел. Главное не сдохнуть. Охереть просто! А одного хотя бы убил. Я надеюсь, мне дадут его заново пройти. Ну это действительно провал какой-то. Да, я хочу еще раз. Давайте, ребята. Ну вот, я его только что одного глушил, а второго не смог. Ну охереть, как они меня раздражают, просто капец. Видимо, надо наносить удары, тогда они только будут. Только тогда будет арена не убавляться. Да господи. Затрахали. Ну и где следующая территория? Отлично, в какой-то жопе. Ребята, ну не тупите, давайте быстрее, а! Не убить вас. О, боже! Охереть, да затрахал он уже, а! Точно, можно же себе их подтягивать. Что-то я затупил немножечко. Ну блин, это сложновато! За 2 минуты столько убить. Я уворачивался. Ладно, перестаем тупить. А, телег, 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 я хочу это пройти. Я хочу пройти, пройти, хочу, пройти, хочу. Охереть, ну это что? Это нонсенс какой-то вообще. А, посраться просто. Ну, отлично. Да я не могу увернуться. Охереть, со всех щелей. Я уворачивался. Ладно. Да идите вы нахер, а! Это просто невозможно.
Охереть! Охереть! Если это серебро, то что там на платине, я не знаю. Да господи, я не могу ничего сделать! Они слишком быстро, эти круги, уменьшаются! Я только прибегу к ним, они сразу уменьшаются. По-моему, вот такая тактика должна быть. Все. Я только успел без опильщиков замочить. Отлично просто. Да это просто херня какая-то. Это что за шутка такая? Давай, давай, я понял уже. Давай, давай, давай! Вы видели, он меня в воздухе схватил? Нахер, пошли оба! Что это было сейчас? Нет, не пойдете вы ко мне? Да не в эту сторону, Данте. Чего? Уже не на той территории? Да вы гоните. Охереть. Да идите вы в жопу, они стояли на той территории, где круг был. Это что за херня-то сейчас была? Вот сейчас меня игра нахер ограбила. Я только что круг зажал. Ага, да, конечно, в воздухе без возможности увернуться. Нет, это на самом деле реально сложно. Охереть, я ничего не могу сделать. Вы что, шутите? Нет, это херня какая-то, о боже. Ну, естественно, провал. Это что за... Это чушь какая-то, на самом деле. А, да, начался интерес. Отлично, снова без возможности увернуться. Снова без возможности увернуться. Потрясно просто. Ну вот, смотрите, он меня прогнал, и сейчас я не могу ничего сделать. Ну сидите сюда, да зайдите сюда. Охерительно. Да, окей. Потрясно просто. У меня времени нету на все это. На все то, чтобы их здесь размусоливать с ними. Смотрите, смотрите, они как двоечку сработали. Потрясающе просто. Я нажимал на R1, ну зашибись, это просто невозможно. Тебе, ты не можешь просто по ним попасть, потому что они не выходят, не входят в этот круг сраный. Да блин! Что? Он не в круге! Только что был в круге, уже не в круге! Отлично!
Смотрите, уже не в круге. Ну я ничего здесь не сделаю. Ну давайте попробуем, может быть сейчас я смогу. Ну заходите в круг, ребят! Что вы такие? Ну отлично, я ничего не смогу, не смог сделать здесь. Да еще один, да господи, да сколько можно, отвалите уже! А, потрясающе, все, это снова провал. А, перестраховать нельзя прямо отсюда. А, боже! Рестартовать я не успеваю просто. По одной причине. А, какой нахер рестартовать? Точнее, уклониться от удара. Я не успеваю просто, ну времени не хватает, серьезно, ну. Ну серьезно, не хватает времени, ну это идиотизм какой-то. Должен бегать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну что это придумал на самом деле? Серебро. Отлично, серебро. Давайте будем посредоточеннее, что ли? Вот смотрите, никто в круге, никого в круге нету. О, минус один без записчика, это хорошо. Ну зайдите кто-нибудь сюда. Все, хватит с вас. Есть, это уже хорошо. Уже лучше пошло. Сейчас я не должен зафейлиться. Но думаю, это удачная попытка. Ну вот что ж такое? И что это было сейчас? Ну, с этим легко справиться. Наконец-то это говнище прошел. О, господи, это было ужасно. Больше никакую нахрен дверь не пойду. Пошли вы в жопу, разработчики. Господи, с пятого раза только осилил. Это было ужасно. Гипер ужасно. Зато я приобрел навык борьбы с идиотами, которые ограничены кругом. Отлично. А ты один, да? Окей. Что-нибудь еще? Окей, это было слишком просто. Потому что меня не ограничивали одним кругом. Угу. Который еще со временем сужался. Вот здесь я могу наконец-то взять себе улучшатель здоровья. Ей, я крут. Я надеюсь, он хоть сработал. А, я же могу еще вкачать себе скилл. Точно, аж два скилла вкачать. Азирис, может быть, у Азириса что-то вкачать? Может быть, вот это? Нет, думаю, лучше у арбитра. А я это разве не вкачивал? По-моему, вкачивал. А пусть будет этот скилл и еще какой-нибудь у... Нет, а где? Где мятежник? Вот он. Драйв вообще, в принципе... Не нужен, мне оказался. А, потому что хрен им кого заденешь. Зарядиться не успеваешь просто. Давайте этот, вкачаем, все-таки полезная штука. Этот скилл я имел в виду.
Спасибо, паучки. Где эта прекрасная особа? Какая она прекрасная. Правда, она не похожа на сову, а больше на кусок хрен знает чего. Ну, это, наверное, все еще не суккубша. Так вот, что пьют люди, которым нравится яга. Прекрасно. Кишечничек. Вам же тоже это понравилось, да? Это было так великолепно. What in the shitting hell is going on here? The mixing process. But it's the source we're interested in. I'm guessing our succubus is on the other end of that. That's right. This way. Trouble. Give me a minute. Ну вот, я только хотел джойстик поставить на зарядку, а вы меня отвлекли! Нельзя меня отвлекать, когда джойстик там... Вот это что-то новенькое пошло. Ну отлично, я не то нажал. И, соответственно, меня притянуло, а не я притянулся. Нахер. Да что тебе надо от меня, а? Задолбал своей пилой махать. Ну, замечательно. Нет-нет-нет, ребятки, нет-нет-нет. Не сегодня. Ну, я просто не увидел, потому что камера повернулась. Я хотел увернуться. И тебе тоже спасибо. Блин, почему ты, когда стреляешь из Эбони и Айвори, у тебя отнимается скилл? Вас двое, отлично. Я пошел отсюда. До свидания, ребятки. Не хочу с вами связываться. Дебил, он врезался только что. Ой, мама, не хочу. Не надо. Это невкусно. Ребят, ну разбегайтесь уже, давайте. Ну что вы? Не стесняйтесь. Ну отлично, я этого не заметил просто. Нет! Это было глупо. Ну вот что мне было делать сейчас, камера? Ну вот что мне было делать? Ну вот. Так, подождите, мне надо под себе ХП побольше сделать. У меня есть малая звезда жизни. О, отлично, она мне почти всю ХП восстановила. Подыхай, тварь! Поздравляю, ты победила. Да, но это было глупо. Камера иногда так поворачивается, что ты не видишь, что происходит. Какая симпатичная. Пульсирующая хрень. А, конец миссии, а суккубша где? Ну так неинтересно! О, фу, дабл S. S, умноженный на 6. Эй, S, если снизу вверх прочитать. Минус 10 тысяч за использованный предмет. Нет, я узнал, кстати, по ачивкам, то, что здесь на самом деле больше рейтингов. Есть SS еще, а есть еще SSS.
Так что я далек от идеала, оказывается. Но я думаю, что SSS получить могут только реальные задроты, которые проходят игру уже не в первый раз. А с первого раза не получить ее.